я вот сейчас рыбачил на джиг, и произошла одна очень любопытная, на мой взгляд, история такая. Я поменял точку и с первого заброса кинул под берег, джиголовка стала скатываться под бровку вниз, и с первого заброса получилась поклевка. Клюнула щука. Когда я подвел к лодке, я просто был, ну, немножко шокирован и удивлен. Я вам сейчас покажу, почему. Щука вот здесь вот у меня около лодки. Я сразу включил камеру, благо она у меня была уже на штативе. Вот. И... О, щучка сделала свечку. Ну, сейчас я ее достану и продолжу. Вот такая щучка клюнула. Но весь интерес-то заключается в том, что, посмотрите, пожалуйста, щука уже была у кого-то на кукане. И она клюнула у меня с чьим-то куканом. Веревка отгнила, или отгнил вот здесь вот ветлюжок, вот здесь вот. Вот щука хватанула мою приманку. Сейчас я ее отцеплю от приманки. Она ее больно-то не отдает. Сейчас я использую зевник. Вот так вот. Она как специально еще хватает. Зажимает пасть. Сейчас я освобожу свою приманочку, поролонку. Освобожу. Зевник не отдает. Снял зевник. И вот посмотрите еще раз, пожалуйста. Какая... интересная штука. Вон она уже начинает у нее зарубцовываться здесь. Сейчас я ее аккуратно постараюсь отцепить, снять. Сейчас я сниму с этого кукана щуку, и мы ее снова отпустим. Эта щука заслужила свободу. В общем-то, ничего удивительного нет, конечно. Просто я неоднократно говорю, что пойманную рыбу лучше все-таки отпускать. И говорить о том, что она погибнет, мне кажется, это неправильно. Вот вам очередное доказательство. Щука живет вот с таким вот куканом. Сейчас у меня... сложности возникли отцепить этот кукан. Живет, кормится, как мы видим. Вон какая веселая, как она бьется в лодке. Просто она не понимает своего счастья. Я ее пытаюсь отцепить, а она не дает мне этого сделать. Все, все у меня получилось, я отцепил. Вот мы сейчас снимем куканчик. И отпустим щуку. Пусть она живет. Она заслужила свободу. Вот такие вот бывают курьезы на рыбалке.